Так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так, цього більше не буде. Украина против олигархов. Борьба с этими людьми сейчас занимает чуть ли не главное место в медийной повестке нынешней власти. Против них принимают специальные санкции и даже разработали специальный закон. Но чего здесь больше? Популизма, реальной борьбы с этими людьми, либо политической целесообразности? Будем разбираться. Проект закона об олигархах призван предотвратить угрозы национальной безопасности, связанные с чрезмерным влиянием лиц, цитирую, «имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни», то есть олигархов. Закон предусматривает, что для олигархов создадут специальный реестр, куда их будут носить по решению Совета по национальной безопасности и обороне. Для того, чтобы человека признали олигархом, он должен соответствовать как минимум трем критериям из четырех. Он должен обладать активами на сумму более 1 миллиона прожиточных минимумов, он должен оказывать влияние на медиа, его предприятие должно занимать монопольное положение на украинском рынке, и он должен финансировать политические проекты. Человек, признанный олигархом, не сможет участвовать в большой приватизации либо финансировать политические проекты. Ряд высших должностных лиц должны будут информировать о своих контактах с олигархами. Если они этого не сделают, их могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Бывший журналист-расследователь, который долгое время освещал темы взаимодействия олигархов и власти, а теперь член наблюдательного совета государственной компании «Укрзалезница» Сергей Лещенко, считает, что принятие закона – это только первый шаг на пути борьбы с влиянием олигархов. Закон это, по сути, как такой фундамент, закладываемый в большое здание, которое будет борьбой с олигархами. Поскольку, чтобы это здание оно было построено, нужно первый уровень. Да? Вот этот первый уровень, он описывает олигархов, он, грубо говоря, вводит их в такую классификацию. Эта классификация позволит в будущем предпринимать конкретные меры против того, чтобы они влияли на экономику и влияли на медиа. Сергей Лещенко имеет в виду санкции, которые уже были применены к ряду людей, которых власть считает олигархами. Самым резонансным эпизодом были санкции против бизнесов, связанных с политиком Виктором Медведчуком и его семьей. Он и сам подпал под санкции. Санкції проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко запровадили Ради нацбезпеки і оборони. Його економічні активи були заблокировані, а телеканали, які зв'язували з ним, тепер віщають тільки в інтернеті. Основною причиною санкцій в цьому випадку власть назвала можливі зв'язки Медведчука з Кремлем. Слідуючими стали бізнесмени Дмитрій Фірташ і Павел Фукс. Со временем эту же схему смогут применить в отношении других олигархов. Эти люди, они получают официальный статус, как, знаете, как брендируют их словом олигарх. Да, после этого уже на уровне Совета Безопасности можно предпринимать точечные меры, признавая этих лиц, например, опасными для общества и социально опасными, например. Таким образом, они уже начинают нервничать, понимая, что брендирование их словом олигарх неизбежно приведет к проблемам. Пока это лишь трактовка возможных последствий законопроекта от Сергея Лещенко. Как он будет выглядеть в итоге, неизвестно, ведь документ будет еще много раз изменяться под куполом парламента до финального голосования. Практика применения санкций указывает, что часто обоснованием для их использования служат связи украинских олигархов с российской властью. А это угроза национальной безопасности. Но сами пострадавшие от введения санкций, с тем, что они угрожают национальной безопасности, и с тем, что они сотрудничают с российской властью, не согласны. Впрочем, контакты украинских олигархов с Россией и ее элитой далеко не единственная угроза для Украины. Одна из главных проблем олигархии – это ее абсолютное влияние на украинскую медиасферу. Ведь все основные украинские телеканалы, они принадлежат тем или иным олигархам. И во многом от них будет зависеть то, как политиков будут видеть их избиратели. А это огромный политический ресурс. Фактически несколько человек формируют политику Украины. При этом их никто не избирал и никто не делегировал им эти полномочия. Слушай, а ты знаешь, что этой штукой можно громкость регулировать? Правда? Серьезно, смотри. Когда нет чего есть, когда в холодильнике пусто, когда надурили людей.
Если говорить языком аналогии, то телеканалы у больших олигархов – это как ядерные бомбы у больших государств. То есть есть страны, у которых нет ядерной бомбы, которые влияют на что-то, на их влияние на порядок меньше тех государств, у которых эта ядерная бомба есть. С этим мнением Сергея Лещенко согласна и шеф-редактор специализированного интернет-издания «Детектор Медиа» Галина Петренко. Но в том, что закон позволит изменить ситуацию в сфере медиа, она сомневается. Само по себе создание просто реестра олигархов, ну какого-то там списка, куда каких-то людей будут записывать, я не знаю, как может привести к тому, чтобы медиа вдруг стали независимыми. Не вижу здесь связи. По мнению Петренко, попытка регулировать работу медиа с помощью мер СНБО может даже ухудшить ситуацию. Тогда что происходит с этими медиа? Мы их закрываем или мы их национализируем? Вопрос национализации, он очень плохой, потому что тогда у государства окажется очень большой медиаресурс. Это плохо. Может, это будет даже хуже, чем когда олигархи ими владели. У нас большое, там, связанное с Россией медиаполе. Тогда у нас какие-то другие игроки заполнят вот эти наши информационные потребности или потребности в развлекательном контенте. Это будут игроки из-за рубежа. Она считает, что при желании можно найти другие способы ограничить влияние олигархических медиа. Например, все-таки усиливать антимонопольное законодательство, потому что на сегодня есть даже конкретные кейсы, когда есть какие-то жалобы на крупнейшие телеканалы, медиагруппы в антимонопольный комитет по каким-то хозяйственным спорам, и антимонопольный комитет не рассматривает эти дела. Здесь речь идет именно о хозяйственных спорах, а не о регулировании доли на рынке. Есть и другие способы ограничить влияние собственника медиа. Один из них – это полная финансовая прозрачность. Чтобы медиа были реальным бизнесом, а не политическим инструментом на дотации. Если мы говорим о каких-то мерах, которые могли бы побудить всех честно финансировать свои медиа, то можно в законе прописать обязательный аудит, например. Ну, поскольку вот уже одна группа это делает. Обязательный аудит консолидированной отчетности. И там будет видно, ну, аудиторская компания большая никогда не будет делать подлог. Она тогда покажет точно источники доходов. В законопроекте об олигархах на антимонопольный комитет возложена важная роль. Ведь именно там будут решать, кого можно признавать олигархом, по крайней мере, по одному критерию. Комитет будет определять, является ли бизнесмен монополистом. Глава антимонопольного комитета Ольга Песчанская считает, что ее ведомство могло бы работать эффективнее, но для этого необходимо внести некоторые изменения в законодательство. Чем ее ведомство и занимается? Песчанская считает, что любая экономика, где олигархи имеют особое влияние, ставит ее субъекта в неравное положение. Очень длительное время физические лица, которые являются бенефициарными собственниками ряда компаний, ряда крупного бизнеса, имели, безусловно, имели влияние, имели административное влияние, и об этом не принято было говорить. Как результат, на сегодняшний день в Украине, в экономике Украины в большей мере присутствует большой бизнес, да, большой какой-то крупный бизнес, и очень слабо представлен средний и малый бизнес. Все это негативно влияет на развитие украинской экономики, хотя не всегда монополия автоматически означает нарушение. Монопольное становище само по себе не есть нарушение. Это есть степень, да, степень концентрации над рынком. Но уже зловживание монопольным становищем, использование своего становища для получения сверхприбыли – это есть нарушение. По ее словам, никто не может объявить предприятие монополистом без доказательств и подготовительной работы, просто по своему желанию. Антимонопольным комитетом необходимо провести исследование или расследование. Чаще это проводится исследование рынка. Мы опрашиваем всех участников рынка. Мы получаем информацию от органов власти, от статистики. Но проблема олигархии – это не только о политике. В первую очередь это о бизнесе. Продвигая и защищая свои бизнес-интересы, любой олигарх может уничтожить репутацию практически любого чиновника, либо оказывать на чиновников такое моральное давление, которое они просто не выдержат. Формально в этом нет никакого нарушения закона, но в реальности это прямой шантаж.
мы видим постоянно информационные кампании против увеличения тарифов на железной дороге для металлургических перевозок, то есть перевозки железной руды и, там, и металлопродукции, или угля. Да. Были постоянные кампании против национализации Приватбанка. В 2016 году государство вынуждено было вводить свою администрацию в этот банк и влить в него более 5 миллиардов долларов, чтобы не допустить обвала не только банка, но и всей экономики страны. Все последующие годы журналисты телеканала бывшего собственника Приватбанка Игоря Коломойского были одними из самых последовательных критиков политики Нацбанка Украины. Про 4 роки Гонтаревої в Нацбанку, які поставили людей на коліна. Далі. Знищила банківську систему, вбила довіру до гривні та захищала інтереси Кремля. Сергей Лещенко выступал за увеличение тарифа на перевозку железной руды по украинской железной дороге. Как только он начал поднимать эту тему, то сразу же ощутил к себе внимание со стороны канала другого олигарха. Річниця на посаді. Квартира, зарплата та сенсаційні викриття. Чим запам'ятався українцям головний антикорупціонер «Укрзалізниці» Сергій Лещенко? Дежурили под моим домом, снимали коптер, который летал вокруг там, моих окон, снимали через мои окна, что происходит в квартире. Это психологическое давление, к которому я привык. Но, в принципе, многие чиновники этого не выдерживают в силу того, что они никогда не работали в медиа, не были депутатами парламента, они понимают, насколько такое часто встречается в жизни публичных лиц. И поэтому они очень быстро становятся жертвами и идут, сдаются олигархам в плен.